Здравствуйте. Вы смотрите программу, которая называется «Женские штучки». Домашняя работа стремится заполнить все свободное время, плюс еще полчаса. Мы сегодня расскажем вам о том, как вот эта домашняя работа будет заполнять только полчаса, а все свободное время будет оставаться вам. В студии у меня Лилиана Чмыхалова, которая сегодня у вас на глазах будет, ну, просто заниматься уборкой дома, судя по всему, потому что она принесла неимоверное количество предметов, которые можно почистить при помощи ее чудо-тряпочек, таких вот чистиков. Поехали, Лилиана, работаем. Вы знаете, вы очень правильно заметили, что работа займет полчаса времени, потому что обычно это миллион тряпочек, губочек, средств, которые мы трем, чистим, не получаем того эффекта, и время, самое главное, время уходит. А здесь всего несколько предметов, только вода, очень важно, только вода. Я хочу на этом сегодня, чтобы наши телезрители сконцентрировались, потому что только за счет воды и нашего волокна можно почистить любую поверхность. Как это можно доказать на любой вашей поверхности? Давай будем начнем с наших, да. Сразу доказываем. Ну вот мы принесли, может быть, начнем, нет? Хорошо, почему давайте. Здесь стоит телевизор? Лилиана пришла и сказала, чтобы у вас здесь почистить. И наш видеоинженер любезно отдал один из мониторов, говорит, ну я могу пока полчаса обойтись без него. То есть это к тому, что в любом помещении есть миллион поверхностей, которые нуждаются в уборке и чистке, да? Потому что здесь хоть и поддерживается чистота, ну, потому что пыли много, конечно же. Но еще и притягивает же, ну, вот я ж об этом. Значит, мы берем розовую рукавичку, это которая собирает пыль. Она очищает любую пыль со всех видов поверхности, включая замшевые дубленки, замшевую обувь, сумочку, мягкую мебель, великолепно. Ведь на мягкой мебели мы никогда пыль не собираем. Конечно. А она там есть, потому что полы моем, а пыль не собираем. А если есть животные в доме, а как справиться с шерстью? А если в доме есть дети, которые только начали учиться ходить? Нужно, только начали учиться. Да, конечно. Сказать, они же возле дивана всегда. Они же за диван держатся. Ну да. И пальчики там переходят к креслу, предположим. Да, вот это первые шаги они делают там. Там остаются пальчики, но их пальчики в рот. А мама, если протирает добросовестно, то она химией протирает. А здесь, представляете, одели вот такую рукавичку, которая, внимание, работает не 1-2-3 года, а намного больше. То есть ей износа нет, потому что такая рукавичка работает до тех пор, пока не сотрется до подошвы. Вы ее одели, и любую пыль собираем. Вот монитор. Мы начнем с пыли. Здесь не только пыль, здесь еще есть загрязнение. Значит, мы соберем сначала... Подожди, сразу не собирай, давайте. Ой, сразу... А я уже... Да, все. А я быстро. Можете еще больше... Да, вот сейчас видно более-менее, я хотела, чтобы еще даже укрупнили, побольше укрупните. Давай... Можно уже? Сейчас укрупняйте. Хорошо. Можно, да? Укрупнили, можно, вытирай. Вот теперь хорошо. Видно хорошо. Значит, видишь, вот на монитор? Смотрите, да. Во-первых, важный момент. Это очень важно. Пыль вообще не разбрасывается. Да. Не разбрасывается. То есть вся остается... Пыль не распыляется. Вся остается на самой рукавичке. Разверни мы на монитор, собрали пыль. Когда, да. Мы собрали всю пыль. Да. Потом мы берем нашу ткань, которая чистит уже кожу, дерево, полированную мебель, оргтехнику, аппаратуру, в общем, все деликатные поверхности. Она работает за счет водички. Вот я просто легким движением руки, опять же, почистила поверхность. Аккуратно, нигде никогда силу не используем. И второй тканью, очень интересная ткань, я сейчас о ней скажу несколько слов. Я хочу, чтобы телезрители, я не знаю, ну... Очень надеюсь, что это видно, что я только дотрагиваюсь, и поверхность идеально чистая. Ну, в общем, видно, да. То есть этой тканью, я хочу вот здесь дочистить, извините, что так. То есть этой тканью зелененькая, это специальное микроволокно, которое создано из трех слоев. Между каждым слоем воздух. И когда вы дотрагиваетесь до поверхности... Давайте, покажите, когда она дотрагивается. Вот смотрите, да. Вот я дотрагиваюсь, видите, я не делаю хаотичных каких-то там 100 да. движений. Я делаю одно. Вот представляете, хозяйки, вы сделали одно движение на зеркале, вот как раз, и посмотрите. Да. Вот и здесь, да. Покажи вот здесь, вот по центру, вот здесь вот мокрое пятно. А оно все само, я специально не дотираю. Ага. Я вот хочу, теперь... чтобы все видели, как это. Все, как вам экран? Изумительные. А?
Да. Супер. Супер. А представляете, у кого висит плазма, у кого стоит ноутбук, компьютер, а если это салон автомобиля, а если это на диванчике что-то разлилось, а если это, допустим, кресло, вот я вижу сразу ваши черные стульчики и думаю, мне бы его сейчас сюда. Я бы их почистила. Да. Знаете, что дома делается? Хорошо, значит, вот этой вот розовая ткань, это все пыль, да. Кремовая ткань, это все такие вот деликатные поверхности. У меня здесь, можно я уже? Да, начинаю, да, дальше. Джорсы, дальше. Да? Значит, это лежало в гараже, потому что мне тут помогали клиенты с грязью. Значит, нашли понятно, в гараже. В окружении Лилианы, как вы понимаете, все уже почищено давно, и уже чистить нечего. Внимание, охотимся за грязью. Такого еще. Кстати, тем, кто охотится за грязью и хочет попробовать сам, с 3 по 6 декабря на Морвокзале будет проходить выставка. Так вот, Лилиану можно там найти возле мастера-ювелира. Да, да. Многие это, знают, где мы находимся. Да, мастера-ювелира, принести с собой что-нибудь, что бы вы хотели почистить и проверить, как это работает. С 3 по 6 декабря Морвокзал, выставочный комплекс. И, уважаемые телезрители, не будьте равнодушны. Попробуйте, как можно жить без химии сегодня. Оградите себя полностью от этих запахов, от этих вообще порошков, моющих средств. Попробуйте, что такое ткань, которая почистит все. Но теперь меньше слов, больше дела. Давай. Значит, вот я хочу показать. Это деревянный такой, да, я опять же показываю тканью деликатной, потому что вся полированная мебель и все, что касается, ну, любых каких-то серьезных таких загрязнений, пятнышек, я имею в виду от пальчиков. Чуть больше на камеру разверни. Вот видишь, вот посмотри, показывай ты сама. Поняла. Видишь, как показывать. Молодец. То есть, может быть, это стены. Сейчас очень популярно светлые стены. На обои, как стены. Чистить, видите, какая тряпочку вот сюда покажи, вот ты не на телевизор, вот сюда, вот покажи, сюда. Еще держи. Сейчас держи. Оператор идет, найдет эту грязь, вот нашли эту грязь, ага. Да. Хорошо, значит, мы почистили, и второй тканью мы просушили. Извините, все я мыть не буду, потому что все остальное укрупните. Оставляю. Вот разверни, да. По свету так вот больше так. И будет видно, где чистая часть, да. Просто важный, очень важный момент. Дерево имеет миллион таких вот тоненьких пор. Да. И вот в эти поры попадает жир, потому что эта поверхность стояла, этот бочонок стоял на кухне. И здесь много жира на нем. Mm-hmm. Ну да, а и под потоком эти... воды, если его помыть, он разбухнет. Конечно. А если это какое-то более такое деликатное поверхность, правильно? То тоже вот этой кремовой тканью. И... Давай поразим всех, еще у тебя есть обувь. Да, у меня тут есть, извините. Да, давай. Потому что сейчас как раз тот период, когда я мы хочу, надеваем кожаные замшевые показать, вещи. Во-первых, замшевую вот такую обувь. Видите, несу с собой, пытаюсь объяснить, что почистить можно не только посуду без химии, не только помыть духовку, вытяжку, не только помыть кухонный шкафчик, можно почистить все. Например, розовая рукавичка – это замша. Она великолепна, не знаю, насколько будет видно на камеру, но мы сейчас посмотрим. Она великолепно соберет одну на часть, себя. Да, возьми какую-то одну часть. Вот смотрите, почистим. Я просто хочу. Да, уже видно, видно, что она. Она как полированная становится. Угу. Вот, ну, просто ее, видите, как красиво получается. Угу. А? Вот угу. Здесь, допустим, даже кусочек. Да. Или вот здесь, какой красивый. Ну, и такой важный момент. Вот это малина. Покажи хорошенечко, покажи эту малину. Ребята, показывать? Вот наверху, да, вот малина. Вот малина, пятно, да. Да, вот пятно. Значит, это искусственно здесь мех, но мех может быть же не только искусственным, он может быть и натуральным. И все, что касается, кстати, к примеру, салона автомобиля, угу. Сидушки, может быть, это не только... сидушки, а также мягкая мебель, сумки. От сумки и так далее. То есть мы просто берем это может легким быть, движением. Любая шуба может быть с второй дубленки оторочена чем-то. Да, а если тональный крем? Тональный крем это вообще покажу. Особая статья. Все, мы почистили. Теперь мы берем обязательно, чтобы собрать влагу. И второй тканью просто полируем. Для чего мы это делаем? Показывайте, того, где чтобы... малина была. Вот, малина была здесь. Выше, да, вот. Малины уже нет. Видно, малины да, нет. Малины нет.
Это все, что касается, опять же, кремовой ткани, которая чистит любую деликатную поверхность. Вот мы ей делали на компьютере, показывали, да, на вот этом экране. Она чистит мягкую мебель, оргтехнику, аппаратуру, дерево, кожу. А вы пока сидите и просчитываете на это столько денег. Химия для обуви отдельно, для компьютера отдельно, кожу отдельно. А кожу не почищу, значит, надо нести в химчистку. А салон автомобиля? А салон автомобиля сколько стоит? Считайте, считайте, считайте. Да, теперь дальше. Это еще не все. Это все двумя тряпочками Лилиана предлагает вам. Так, это что? Теперь я взяла с собой, я не брала всю куртку, потому что много будет очень вещей, но я взяла с собой вот такой пуховичок, да? Вот, вот там посмотрите. Замечательное пятно. Если вы крупнее возьмете... У нас бывает... Подожди, покажи покрупнее пятно, чтобы зритель видел. Вот оно, замечательное пятно. А тем более, что сейчас дети все ходят в таких капюшонах в основе своей. Да, так вот. Это может быть не обязательно здесь, может быть где-то тональный крем. Потому что вот это тональный крем. Скажу откровенно, я налила специально, потому что я хочу, чтобы увидели, что я такое лично чищу сама рукавичками. Может быть тональный крем, может быть, вы просто чем-то испачкались. Помада, тональный крем. Может быть, белая, как носить? Мне нравится, например, белая. А сколько раз можно одеть белое, чтобы оно было вот таким белым? Ну, сколько раз? Ну, два, три? Да. Ну, а потом что делать? Да. Или ходить черным? А мне не нравится черное. А я очень легко с этим справляюсь. Вот я беру, опять же, вот эту ткань, да? То есть я ее беру просто вот рукавичку. Чуть-чуть влажную? Да, чуть-чуть влажную. И просто легким движением конкретно на само пятнышко. Легко почистила. Что мы чистим? Я еще раз повторю этой тканью. Все, что у нас находится в комнатах, все, что у нас находится в автомобиле, все деликатное. И второе, я обязательно просушиваю. Это важный момент, потому что телезрители видели, как она быстро поглощает влагу. С одежды, из ткани, она также быстро поглощает. Показывай. Вот, пожалуйста. Вот он фокус. Что-то видно? Вот он фокус. Видно, конечно, вот но просто мы видели пятно, а теперь мы не видим пятна. Все просто обычная Лилиана, ткань. Но говорят, что настоящее лицо хозяйки, есть такая смешная фраза, но она мне очень нравится. Настоящее лицо хозяйки – это раковина, пол и унитаз. Да. Унитаз – это лицо хозяйки. Что мы можем сделать с нашими... Значит, вот, пожалуйста, у нас всего 4 вида ткани. Внимание, не тысячи или 20-30 моющих средств, 4. Первая, вот такая вот белоснежная, очень парадоксальная ткань, моет самая грязная. То есть то, что у нас самая грязная, моет вот эта ткань. Это кухня, ванная комната, унитаз туда же. Ну, конечно, для унитаза отдельно. Да? Вторая ткань, о которой я говорила, она бывает разных цветов, зелененькая, голубенькая. Она полирует после первой. Третья, которую мы сейчас бесконечно показывали, это которая для деликатной поверхности, для мебели, для стен. И розовая – это полировка, то есть пыль. То есть вот у нас есть четыре. Четыре вида ткани. Четыре. Вот они. То есть и все. И все абсолютно в квартире мы моем только этим. Для того, чтобы когда ткань стала грязной, вот я сейчас, допустим, мыла что-то, она стала, видите, грязной. Я ее приду домой, намылю хозяйственным мылом, обычным нашим украинским. То есть из химии у вас в доме только хозяйственное мыло? Только хозяйственное мыло. Все, больше ничего. И постираю под краном. А посуда? Посуда. Есть чистик, я его сегодня с собой не взяла. Есть специальная ткань для посуды. То есть мы моем всю посуду. Маленькая перчаточка такая, нет, небольшая. Она, да? Такая, нет, она не перчаточка, перчаточка неудобна. Она такая, как салфеточка маленькая. Просто всю посуду моем без химии. Я включая посуде, сковородки. Включая сковородки. Можно я кое-что. Да. Можно даже вы это потрогаете. Я хочу, чтобы вы оценили сами честно мне. Сказали, что я это прилипаю. Такое. Я боюсь даже прикоснуться пальцем, потому что здесь можно прилипнуть просто. Видно хорошо, что здесь и жировой слой огромный. То есть видно такой, как у нас говорят в Одессе, лэп. Да, лэп. Значит, вот я беру уже другую рукавичку, которая, вот она белая. Да, но она из этой четверки. Моя, конечно, уже гораздо тоньше, в раза так три, но ей 6 лет. Угу. Потому что на каждой ткани есть ярлычок, да? И на нем есть срок годности. Я беру просто легким движением руки, хочу обратить ваше внимание, круговым движением. Ты вот так вот чуть-чуть разворачивай, потому что вот я вижу... Вот я разворачиваю, вот так, уважаемые телезрители. Очень бы хотелось, чтобы вы
поверили в это чудо. Потому что это так удобно, когда ничего не пахнет, когда не нужно одевать перчатки. Ну и мало того, есть люди, которые аллергики. Надо которые так можно и заработать таким образом. И аллергию можно заработать. Ну посмотрите, да. Я только дотрагиваюсь, я бы с удовольствием вычистила все. Но мне нужно давай что-то... Давай мне сюда, я покажу сейчас крупнее вот на камеру. Делаю. Можно? Вот, покажите. Да. Кто хочет дочистить, приходите на выставку, попробуйте. Сейчас я найду вот световое, вот. Вот эта зона почищенная, вот она. Сколько я ее чистила вот. Секунд? Ну вот так честно. Вот. Ну вот, так Наталья Леонидовна, вот сколько ну, я ее чистила? Три. А ну дай мне сколько тряпочку. Мне? Вот, пожалуйста, отдай я вас прошу. Да. Мне интересно самой. Я вас самой. Прошу, пожалуйста. Сейчас мы... продемонстрируем. Да, только, пожалуйста, не все. Хорошо, это я не буду очень чистить. Это очень тяжело собиралось. Да. Значит, ну давай я вот где-то здесь. Грязь вот рядом, на вес да. золота. Конкретно, вы прям держите так и конкретно вот этот, вот так, лучше вот так. Да, да, вот, да. Пошел процесс. То есть ворсинка должна попасть в поры грязи и как буранчик ну, вот мой все на себя собрать. Чиститься. Сейчас покажу, вот мой кусочек. Вот был Лилианин. Вот. Вот мой, нет, я еще чуть-чуть, вот тут да, вот еще да, одно да. движение. Ну, действительно, жировой слой огромный сняла. А представляете, сколько на это надо химии, опять же, воды. А эта химия, вот внимание, видно. Уходит вот к нам в канализацию. Вот что осталось, и вот что двумя движениями. Вот такая она будет вся, если протереть ее еще 5 минут. 5 минут и 2 тряпочки. Да. Вот этими 2 тряпочками можно почистить да, абсолютно... Да, хочется вот так вот ее надеть и так пошла. Вот тут где-то так. А у вас, кстати, здесь вот есть? Да, есть. Я уже чуть-чуть убираю. Я, кстати, Наталья Леонидовна, я приглашаю всех телезрителей поучаствовать в нашем проекте, который называется «Сохрани окружающую среду не на словах, а на делах». Так. Что это значит? Демонстрация для своих друзей, приятелей, родственников 1, 2, 3 человека у себя дома нашей продукции. То есть человек организует у себя дома демонстрацию, чтобы увидеть, как это работает. То есть мы предлагаем увидеть его друзьям. Это могут быть наши клиенты уже, это могут быть люди, которые... То есть вы собираете еще... своих друзей, Лилиана приезжает? Да, мы приезжаем. И этот представитель, скажем, телезритель, получает скидку, очень большую достаточно, 10% на то, что он захочет купить. Замечательно. То есть... Напишите номер телефона 720-5332. Вы попадаете сразу к Лилиане, организовывайте своих друзей. Мало того, это может быть очень веселый и забавный вечер. Конечно. Заодно кое-что почистите, заодно получите а скидку. А мы не кое-что, много чего почистим. А главное, что вы участвуете в замечательной акции «Сохрани». Среду, да, да, живой, да, да, без потому химии. Что можно вот я дополню. Среди окружения каждого человека обязательно есть люди с детками. Обязательно кто-то есть, у кого уже, к сожалению, есть аллергия. Есть люди, которым просто надоела химия. И если показать, что мы можем перечистить все в доме без химии и что в канализацию пойдет не моющее средство и масса всяких отвратительных, извините, наименований и средств, да, а пойдет просто вода и хозяйственное мыло, которое, в котором нет ничего, то это тоже очень важно, потому что это наша почва, и оно все уходит и в наше море, и в нашу землю. Поэтому если каждый просто пока... Люди могут ничего не купить. Они могут не купить. Не, ну, когда вы они могут грудь, просто конечно, посмотреть. Ну и мало того, проведите такую акцию дома, вы получите замечательную какую-то, так сказать, со скидкой что-то, а впереди Новый год, нужны подарки. По-моему, это хорошая подсказка. Нет, просто очень часто люди собираются уже давно что-то купить, но никак руки не дойдут. Ну, а здесь такой так. толчок. Это да? всегда так. Это же всегда так, Лилиана. Это надо попробовать, и тогда хочется, да? Вот, да, в принципе, мы все таким образом, да, я купила, например, дочери, вот мы сейчас перейдем уже к женским всяким
таким там губочкам замечательным для умывания и губочкам для душа, потому что здесь есть тоже без химии, тоже есть джентльменский набор. Но это, естественно, надо попробовать. Не пробуя, конечно, поэтому, это... Но здесь очень важно, Наталья Леонидовна, не быть равнодушным. Не так, что вот постоянно вот я мою химией и все, а просто посмотреть. Нет, а нужно вдруг... в них влюбиться так, как в них влюблена ты. Ну, для этого нужно один раз что-то сделать. Попробовать, да. Так вот мы и предлагаем, в общем, варианты. У вас есть вариант пригласить домой, собрав своих друзей, и критикуя, и придирая, да, что-нибудь почистить. Да, вы, почистить. Кстати, правильно говорите. Да, и у вас есть для этого номер телефона 720-53-32. Есть возможность прийти в выставочный комплекс на Морвокзал, взяв с собой, не знаю, серебряный браслет, замшевую куртку, где воротник уже у вас, это вот прийти в замшевой обуви, да, и тут же на месте почистить и увидеть разницу, и понять, хотите вы такую тряпочку в доме или не хотите. И это с 3 по 6 декабря выставочный комплекс Морвокзала. Давай переходим теперь, да, к тому, что у нас дальше есть и что может явиться, кстати, да, вот домашнее. Чашка. Где показывать? Как? Укрупняйте чашку, мы увидим, как ты сейчас прямо по монитору увидишь. Опять же, все внутри этой рукавичкой. Внутри там что? Вот еще чуть больше вот, разверни. Вот она какая вот, внутри. Что внутри. Вот. Вот, вот. Я беру, опять же, рукавичку. Чуть влажная. Которая, да, которая не сильно мокрая, вы ее только что в руках держали. И чищу. Значит, что чистится этой рукавичкой? Все на кухне, все в ванной комнате. Естественно, конечно, для ванной нужна отдельная ткань, для кухни отдельная. Значит, но все, что касается у нас, допустим, холодильника, внутри холодильника, душевой кабинки, плиты. Кстати, сейчас очень популярны вот эти керамические плиты. У нас вот есть как звонок. Да, у нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Скажите, добрый, пожалуйста, а можно сейчас озвучить цену вот этого всего комплекта? Можно. Сейчас. С удовольствием. Лилиана, озвучили. Я вот пока... Вот разрешите я сначала покажу вот это? Да. Да, потому чиш, что... Да, да. Это, ну, произведет, вот скажите, на вас неизгладимое впечатление. Ну, скажите, ну вот сколько нужно химии, чтобы вот ту чашку показывать, превратить вот в эту? Можно поближе, пожалуйста? Еще сейчас укрупни, Талик. Давай, Алик, старайся. Вот скажите. Вот, идеально. Вот вы не видите, что я не заменила ее только что новой? Нет, вы видели, ты на глазах у изумленного зрителя и меня ты чистила. То есть, представляете, сколько воды химии, а я... Сижу, то есть не в специальной робе, не в перчатках. Сколько можно таких чашек перечистить? Вот ты смочила один раз, ты уже несколько предметов. Да, я могу вымыть гору посуды, как моя мама говорит, на полк солдат. Понятно. Так, теперь озвучим. Хорошо, теперь цены. У нас есть комплект. Он стоит, туда входит 7 предметов. Уже 7, ты только что говорила 4, а какие еще? Ну, там подарки. А, там подарки. Да. Он стоит 2100 гривен. Угу. Что туда входит? Туда входит рукавичка белая, которая чистит все на кухне, все в ванной комнате, которая я только что мыла чашку. Туда входит розовая пылесборник, которой я чистила экранчик. Да? Туда входит кремовая, которой я чистила курточку и сапожки. Плюс это чистится вся мягкая мебель, оргтехника, аппаратура и так далее. И, естественно, полировка. 4 ткани. Потом туда идет чистик для посуды, чтобы уже хозяйка отдельно мыла посуду без химии. И в подарок идет вот такая, я не попросила сегодня, очки. Да, вот такая вот ткань для оптики, для ювелирных украшений. То есть она великолепна. Вот сейчас как раз такой сезон осенний, когда люди, которые носят очки, очень хорошо поймут эту ткань. Потому что она до такой степени очищает поры, что когда, например, конденсат вышел, да, мы из холодного в теплый зашли, у нас круги и ходим долгое время, то тут же круги рассекаются, и стекла идеально чистые. Ну, не только стекла. Фотоаппараты, оптику, ювелирные украшения, планшеты, телефоны. В общем, все вот эта ткань. И седьмая? И седьмая ткань – это чистик скраб, который вы намочили, и можете просто сделать пилинг лица без ничего. Зону глаз мы не трогаем, а уже все остальное мы работаем ею как скрабом. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Слетел звонок. Очень жаль. Да, очень жаль. Перезвоните еще раз, пожалуйста. Да, мы будем ждать. Да. И давай с тобой немножечко. Кстати, закончилось? Нет, не все еще. У нас с тобой мы не проговорили еще вот про. Нет, душ. Я про грязь. Грязь. Помнишь, когда мы побывали в одной квартире, там хозяйки, ее, поскольку она разводила цветы, и для нее эта тряпочка оказалась чудодейственной, потому что она так любовно протирала листья. Да, кстати, каждый еще листочек можно. Своего цветка. И она была просто в восторге именно от того, что не то, что помыть посуду, ее, да, хорошо, но листик каждый можно было протереть. Потому что Этой же тканью можно протереть, допустим, если какое-то пятнышко на шерстяном платье, я сейчас не говорю о каких-то хлопковых вещах, если на одежде, допустим, пиджачок шерстяной, курточка, что-то, все тоже тканью можно почистить. Угу. Ну, а теперь переходим. Да, у нас осталось немного времени. Давай проговорим, значит, что у нас еще тут. Про тело, потому что самая главная поверхность – это мы сами, да? Но мы нещадно эту поверхность всякими гелями стараемся покупать, естественно, побольше. Вот вы попробуйте кому-то зайти. Вот если вы ко мне придете в гости, у меня гелей в ванне нет вообще. Но обычно, когда приходишь к хозяйке, конечно, у нее масса всяких гелей. А ведь мы поры-то закрываем. Мы не очищаем, нам пора уже понять, что грязь, вот эта, которая нам кажется, ну, естественно, накапливается, ее нужно очистить, а не замылить. А у нас, получается, мы поры закрываем, потом, естественно, в процессе всей жизнедеятельности. И потом только в сауну. Да, потом только в сауну, это правда. Для сауны у нас тоже кое-что есть. Так вот, мы предлагаем нашу любимую поверхность, самую главную для нас, мыть без химии. Только тканями, которые уже эти поры открывают. И если вы попробуете использовать такую продукцию, а потом еще наносить там масло оливковое, то или какое-то... вы счастье, вот и начнется ваше счастье. У нас звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а как очищаются эти тряпочки сами? Вот, спасибо. Спасибо, отличный вопрос. Спасибо. Значит, за счет того, что ворсинка пористая, она как легко грязь собирает, вот смотрите, какое вот у меня грязное сейчас, да, все, так легко, вот была бы сейчас здесь вода, я бы вот так под кран подставила, и вот такую легкую грязь, потому что я это называю легкой грязью, она с водой все снимает, то есть ткань будет идеально чистая. Если здесь будет сильный жир, то нам нужен кусочек хозяйственного мыла. То есть, если мы помыли сковородку? Да, если мы помыли сковородку, нам нужен кусочек хозяйственного мыла, мы намылили и под водичкой смыли. Но очень важно, просто телезрительница, я хочу, чтобы она хороший задала вопрос, потому что наверняка есть, естественно, у человека в голове идея, а как же так, потому что ткань-то не отстирывается. Здесь ни запаха, ни каких-то там цвелости, ничего не будет, потому что ткань двухсторонняя, она как грязь взяла за счет пор, так легко всю воду отдала. Все. Ну, эти тряпочки на рынке уже 25 лет и 15 больше, 16 лет, да, в Украине их знают. Так что, в общем, репутация есть, и действительно мылом можно смыть. Я просто два слова еще о теле. Значит, есть скраб, которым мы купаемся, но это раз в неделю. Есть ежедневное купание. Рукавичка, да. Есть чистик, снятие макияжа. Вот все, что сейчас у меня на лице, это просто 30 секунд. Намочила, отжала, одела на пальчик и просто все лицо умыла. И тушь, и водостойкая, и подводка, и все абсолютно. Смывайте. Очень удобно вообще брать с собой. В дорогу, в дорогу в поездку, потому что ткань невесомая, и всегда намочила, и протер. Время. Почему? Потому что все-таки Новый год, ну, через месяц уже Новый год, и оригинальный подарок. Конечно, эксклюзивный. Оригинальный подарок, да. Это для тех женщин, у которых уже все есть. Вот этого у них точно нет. И, кстати, недавно я хочу буквально два слова рассказать о нашей швабре, потому что сюда ее не принесешь. Да принеси уже как-нибудь, ты о ней рассказываешь. Я просто хочу такой эксперимент. Нас пригласила одна наша очень хорошая клиентка, и посмотреть, что у нее была продукция рукавички, да, но швабры не было. Что произошло? Человек очень любит ароматические свечи. То есть вообще любит свечи зажигать. И потолок подвесной, натяжной, извините, и он закоптился. Ну, он стал просто темно-серым. Вот был белоснежным, стал темно-серым. Честно говоря, я когда пришла, я даже была не уверена, вот как это все будет.
Но шваброй за полчаса, она просто была в таком восторге, что мы ей там весь потолок вымыли. За полчаса потолок был идеально чистым. А человек, внимание, собирался заменять потолок. Угу. Представляете? Угу. То есть есть вот такая вот швабра, которая чистит ковры, моет кафель пористый. Я думаю, что хозяйки знают, что такое пористый кафель и как туда, как он загрязняется. Паркет, ламинат великолепно, пыль собирает. Тоже все можно увидеть у себя дома, поучаствовавши в нашей вот такой вот программе. Чтобы... Повтори, у нас остались секунды, да. Повтори программу. Уважаемые телезрители, предлагаем вам всю следующую неделю. Вот у нас в ходу такая программа «Сохрани окружающую среду не на словах, а на делах». Пригласи к себе домой своих родственников, близких, друзей, с которым бы ты хотел поделиться или узнать, как, насколько правда то, что я сейчас сказала. Посмотрите, как можно жить без химии, получите скидку на продукцию. И с 3 по 6 декабря вы можете прийти на Морвокзал с чем-то, каким-то своим предметом и попробовать, прямо, так сказать, взяв в руки, оттирает, не оттирает, очищает, не очищает. Лилиан, спасибо, что пришла, что рассказала. Я надеюсь, что сегодня эта информация была полезна, потому что, ну, самая, наверное, незаметная, трудоемкая, неблагодарная профессия, но самая необходимая, это женщина на кухне, женщина в доме, да, хозяйка. Хозяйка. Мы сегодня попытались улучшить качество вашей жизни. Спасибо, что были с нами.